Мы всегда любим и ждем новинки. Нам всегда интересно, что же нового придумают разработчики. Сегодня у нас еще одна тройка новых игр, которые уже скоро появятся на наших Android-устройствах. Watch Dogs 2. Что стоит ожидать от продолжения Watch Dogs? Сложно предугадать, какие массовые обновления точно будут. Но ясно одно, открытый мир значительно расширится. Станет более интересным и реалистичным как в плане графики, так и в функциональном плане. Рост транспортных средств обязательно будет замечен. В целом, город будет приближен к реальности, чего так не хватало в первой части. Надеемся, что категория зданий будет значительно расширена. Появятся какие-то более продуманные миссии, на прохождение которых нужно будет потратить немало времени. А самое главное, чтобы не пришлось пожалеть о потраченном времени. Графическая составляющая в любом случае получит глобальные изменения. Отметим, что особенно в этом плане игра заработала немало критики. В целом продолжение должно быть достойным, если разработчики учтут все ошибки, допущенные в первой части. FIFA 17. Истинные фанаты футбольных симуляторов еще не успели полностью насладиться FIFA 16, как в сети уже стала появляться информация о следующей версии игры – FIFA 17. Конечно же, первое, что интересует нас всех, это дата выхода нового творения от компании EA. Никаких сюрпризов в этом плане не будет. Официальный релиз FIFA 17 намечен на вторую половину сентября 2016 года. К примеру, финальная версия FIFA 16 увидела мир 22 сентября, а FIFA 15 – 23 сентября. Поэтому, скорее всего, наша долгожданная новинка появится тоже в этих числах. Точного списка ожидаемых изменений пока не существует в природе. Но вот слухи о том, что в FIFA 17 может появиться сюжетная линия, звучит уже достаточно интересно. Так что ждем. Albion Online. Albion Online – это правда первая полноценная MMORPG на iOS и Android. Свободным PvP, системой домов, осада, захвата территорий, огород, экономика, полностью зависящая от игроков. Открытый мир. Больше 800 территорий на данный момент. Даже после выхода игры разработчики обещают радовать игроков новым контентом, расширением и развитием мира Albion. Построй и обустрой свой дом, создай свою ферму, выращивай овощи, разводи животных, исследуйте и захватывайте территории, пещеры, собирайте ресурсы, создавайте оружие, стройте свои города и поселки. У этой новинки на сегодняшний день мало конкурентов, так что любители данного жанра могут ликовать. Вас Albion Online должна порадовать. Не забывайте оставлять комментарии и ставить пальцы вверх.